Нужно, чтобы законы работали. Владимир Владимирович, надо, чтобы работали законы. Сегодня мы все, жители города Омска, обращаемся к нашему президенту. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Все наши реки перекрыли все сетями. Где наши дивиденды от полезных ископаемых? Первое. Очередь в детские сады на сегодняшний день составляет 9500 человек. В Краснодарском крае у нас страшная коррупция. И я не могу ничего добиться. Экологическая ситуация в Челябинске стала невыносимой. Вся проблема в том, что мы все, Владимир Владимирович, бомжи. Мы не пьем. Родители всю жизнь трудились, отец был дальнобойщиком. То, что творится на губ Мосавтосантрас, это рабский и принудительный труд. Иначе по-другому назвать нельзя. И такое в службе скорой творится по всей России. Эти мелкие чиновники развалили все. Мы хотим знать, по какой технологии укладывается асфальт в городе Ижевск и почему он разваливается менее чем за полгода. Огромная проблема с дорогой. Пожалуйста, обратите внимание на проблему дорог Омска. Работы в нашем крае нет. Нужно, чтобы законы работали. Владимир Владимирович, надо, чтобы работали законы. Вот вы понимаете, нужно сделать какой-то подвиг. Или вы сделаете подвиг, останетесь в веках, как говорится, для России. Или вы как все будете плесенью.